Пиздец, ебать, нахуй! Ебать, блядь! Ебать, нахуй! Ебать, нахуй, блядь! Ебать, сука! A Ukrainian strike against Russia's navy using British missiles in occupied Crimea. Images posted online capturing the impact. One Russian submarine and a warship apparently hit. Sources said British Storm Shadow cruise missiles were used, fired from Ukrainian aircraft. Satellite imagery from the day before shows a Kilo-class submarine to the right of the dry dock that was struck in the Sevastopol shipyard. A large landing ship can be seen to the left. Here's a picture of the Rapucha-class vessel. This image, geolocated to the dry dock, shows the same ship, now damaged. Мова йде про дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону», вартість якого складає 300 мільйонів доларів. Він є носієм калібрів – тих самих крилатих ракет, якими з бухти Севастополя регулярно обстрілюють усю Україну. «Ростов-на-Дону» – одне із найновіших суден у Чорноморському флоті. Його з великим пафосом спустили на воду 2014 року. Давняя морская традиция символизирует первое соприкосновение корабля с пенящейся морской волной. К счастью, бутылка разбилась о борт с первого раза, иначе судно ждала бы трудная судьба. Хоча раніше росіяни вихвалялись, підводний човен «Ростов-на-Дону» неможливо не те, що потопити. Його навіть вистежити практично нереально. Длина подлодки почти 74 метра. Она может погружаться на 300 метров и засекать противника на расстоянии в несколько раз превышающем то, на котором видна сама. А если лодку все же обнаружат, ей есть чем удивить врага. На борту 6 торпедных аппаратов, 24 мины и ударный ракетный комплекс «Калибр». За их скрытность подлодки этого типа на Западе называют «черная дыра». Она сейчас является самой бесшумной. Ракета торпедная, экипаж 52 человека, 45 дней автономность похода. То есть вполне хорошие, важные характеристики. You tell me, what happened with the submarine? Она загорелась.